Всем привет! Собрались мы гулять ехать. На улице сегодня тепло, солнечно. Так что мы решили съездить погулять. Я нагруженная, муж тоже ушел. Пух летает, жарко. Поедем искать сейчас Лепиновое поле. Надеюсь, дойдем. Поиски продолжаются. Короче, мы не знаем, где оно и что оно. Малая спит. Доброе утро, страна. Пошли погуляем чуть-чуть. Раньше вот ПТИ была база. У нас много. Много полей Лепина. Просто это ближайшие. Здесь и по пути в Хотелево. Жирятинский район, там, где мы катались, где церквушки были. Там тоже где-то поле. Все, теперь помощь здрасте. Ну вот возле Хотелева там прям поле и березы. Только где оно? Вопрос. Нашли мы поле. Да? У нас перекус. Сейчас покушаем, пойдем фоткаться. Вот. Как раз здесь березки, поле фиолетовое. Красиво. Птицы поют шикарно, конечно. Тут у мужа было на днях день рождения. Вот, я говорила, что я ему ничего не подарю, но я все-таки купила ему небольшой подарок. Еще на прошлый день рождения в список писал желаемого, что он хочет. У нас заведено на Новый год, на день рождения список составлять, что ты хочешь. Вот, поэтому подарки, можно сказать, всегда нужные. И вот вставлю кусочек, что мы ему подарили. Так, начнем с того, что меня не было в Брянске. Я приехал из далекого, прекрасного далекого, да? И с таким вот подарком. Ты же знаешь, да, где я был, да? В Москве. Вот, да. С днем рождения тебе. Москва, да? Корм котам. Отличный подарок. Это тебе. Корм-то вот на кошака. Ну, основной подарок-то подарили. Ну, да, понятно. Теперь корм. Вот. Что это? Не знаю. Херня. Обложка на паспорт? Ударим автопробегом по бездорожью. По бездорожью и разгильдяйству. Нормально, это шутка. Мне просто поздно сообщили, что ты хочешь. Нормально. Не чувствую. Ты посмотри еще получше. А что это такое? Это типа, чтобы паспорт засунул тебе документы? Лучше смотри. Боже, Лен, тут порассовал. Ты лучше смотри. Лучше. В смысле, лучше смотри. Ну вот тут. Вот тут. Ну вот. И вот. Да. Я все нашел. Не, я про то, что типа, ну вот сама штука это. Это водителька, и права, и ПТС, короче, все умеет хранить. А паспорт сюда можно сунуть? Ну, если получится. Ты же ничего собирала, ты сказала, не будешь дарить. Я ничего не дарю. Так? Это что, подарок? Это вам. Спасибо. Ладно. А ножики? Ножницы что? Можно разорвать. Зубами вот так нашли. Ты где грелся? Ну понятно, мышка. Ну понятно. Ну, понятно. Круто. Круто. Обманула, сказала, ничего дарить не буду. Я ничего не дарила. Это наедала. Я ничего не собиралась дарить. Ну да, это классная мышка. Она сверху глянцевая. Она точно внутри белая? Вот это. Может быть. Белая, а, ну да, вот она. Сидишь прямо на мою лапу. А сидели мы скромненько, сильно, как бы, я ничего не готовила, только печеночный торт и пюрешку. Заказали суши, пиццу, посидели с другом. Ну и все. Муж не ожидал, что я подарю ему что-то. Ну, как-то так получилось. О, птицы поют. У нас Эмили как график сбила себе 3 недели назад, так мы и веселимся. Она бывает... Уснет по-нормальному, потом проснется и все, и гуляет до утра.
а потом днем опять отсыпается. Сегодня вот мы тоже ее подняли раньше времени. Она у нас не выспавшаяся. Да. Да? Не знаю, может быть, сегодня чуть-чуть опять сдвину. Ну, у нас же вроде как сдвигается график, ну и в то же время опять назад возвращается. Короче, дурдом полнейший. Нам скоро прививку делать. И чую опять, что-то будет весело. Ты доедать будешь? Или мы идем фоткаться? Скажи, скоро 8 месяцев, мы уже большие, да? Два зуба снизу, еще зубы лезут, да? Ты кушать будешь, зубастик? Если нет, все, пошли. Грызет постоянно соску, пустышку. Зубы, зубы. Ну все, 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 Эмили. Ухватка еще такая мертвая. Тут комар летает. Ты будешь еще есть? Поразговаривать, да, с бутылкой надо во рту? Если ты не будешь есть, тогда пошли гулять. Кушаем мы тоже почему-то. Как попало, меньше, чем положено, да? То 60 грамм, то 70 грамм. Ты будешь есть? Я так поняла, что не будешь есть. Ладно, все, пошли тогда. Вот эти люпины. Красотень. Да, красотка? Ты покушала? Да? Ну давай, рассказывай, как дела? Надо перейти дорогу. Ой, красотень тут, а, Эмили? Сейчас будем фоткаться. Тебе что, камера нужна, да? Улыбака. Давай, рассказывай. Ты песни поешь? Носки сняла, босоножки сняла, да? Налегке, Эмили, ты сегодня. Молодец. Вот. Наш папа с другом уже фоткают. Так, вот можно здесь пробраться. Ух, какая трава! И как бы тут не убиться. Фью. Ух ты! Ух ты! Класс, да, Эмили? Класс! Класс! Тут люпины с меня ростом почти. Ой, белые. Класс. Приключения это, семейки. Мы в поисках крапивы и не знаем, что такое крапива. Да. Было бы прикольно, если бы ты еще из кадра отошел. Вы мне всю технику поотдали просто. Там, кстати, там букет валяется. Там букет, вот он валяется. Они пофоткались и бросили. Он чуть-чуть поддал, может его забрать. Напомните мне, как называются цветы эти? Люпин. В поисках люпина. Люпина, мы ищем тебя. Это не то поле, должно быть больше. Больше люпина. Да нет, это как раз то. Это то поле. Так, тю. Это то поле. Просто их есть несколько полей. Это маленькое. В смысле маленькое? Маленькое? То, где мы были первый раз, там было побольше. А потом они еще говорят, меня черти мотыляет он. Дикие танцы с бубном начинаются. Другой подвесной мост. А ты на другом был? Мы на трех, кстати, были. Не, ну ты так говоришь, будто мы только что были на вас. Не, что мы на трех были. Единственное, там есть... Вот там, куда все машины, вот там мост есть, но там автомобиль нет. Ну я понял, да. Да. Там, наверное, большой. Он тут нормальный? Иди между нормальный. Но он такой веселенький. Я
мы добрались. Ну-ну. Вот он, высший пилотаж. Готов? Ты ж смотришь так, да? Маленький дроник и такой большой мост, и ты боишься через него прилететь, да? Мы нашли люпиновое поле. Но там очень много крапивы посреди цветов. В общем, я в платье, ноги пообжигала. Вот ребенок на свежем воздухе уснул. Спит уже минут 20, наверное. Вот. Сейчас будем идти к машине. Поедем, наверное, уже домой. Я лично уже нагулялась. Меня за волосы хватает сквозь сон. Хорошая погодка. Когда дует ветерок, конечно, поприятнее. Когда светит солнце, жарковато. Ну, а в целом, лето. Наконец-то лето. Наконец-то нет дождей. Потому что дожди достали, если честно. Вот такие вот дела. Красотулик спит. Так, ну чё? Чё скажете по сегодняшнему походу? Поносите меня на ручку. Он снимает бэкстейдж. Что это такое? Это? Ну это когда что-нибудь снимают. А кто-то снимает, как снимают. А. Фильм о фильме. Крапива кайф. Что? Крапива кайф. Ну, тебе это... понравилось? Конечно. Ты узнала, что такое теперь крапива? Ну, я, наверное, знала это всегда, потому что я не знаю, как она выглядит. Ну, теперь ты узнал, да? Ну, просто раньше, знаешь, обожгло что-то, но ну и ладно. Трава кусается. Трава кусается, слышно. Подходишь к траве, такой розовый кровать, она кусает тебя, да? Она как цветы, вот эти, которые мухи едят. Мухолов. Что вы скажете по походу сегодняшнего дня? Поле нашли. Какое? Люпиновое. Люпиновое поле. Поле из люпина. Люпин. Поле из люпина в Хотелево. Почему-то рядом да. Не было люпина. В Мичурино не нашли, в Хотелево нашли. Что-то в Мичурино у них и не растет ничего. Не, растет, но единично. Это, походу, еще один мост был, да? И поле. Ну, видимо, раньше был. Свет горит мои очи.